Девчонки, всем добрый день, всем хорошего дня, начала продуктивного, такого эффективного и классного. Я сейчас, что я хочу добавить, вчера мы нифига не легли, я так и не уснула с самого начала. Я посидела, потом такая, поиграю-ка я в телефон. Пришел Дима с кухни, он там доделал свои уроки. И мы такие, давай телек включим. А мы очень редко включаем телевизор, мы постоянно то ютубчик на телевизоре смотрим, то что-то такое. Где моя шляпа такая? Вот. И тут мы такие, полистаем каналы на ТВ-приставке. Начинаем листать, и тут начало мультика, только самое начало. Не обращайте внимания на губы, это... Вы сами поняли, что это. Вот. И там было начало мультика «Как приручить дракона». Господи, я обожаю этот мультик, потому что Беззубик — это просто... Я обожаю Беззубика, у меня где-то даже есть статуэтка Беззубика, на которую я специально охотилась, потому что их быстро раскупали в те годы. Короче, это было где-то полтора или... Нет, больше даже. Или нет, полтора, да, полтора года назад это было. И все охотились на Беззубика, и я такая, блин, я тоже хочу Беззубика. И вот я получила свой стаканчик, выдернула Беззубика, и теперь Беззубик у нас есть. Вот, мы посмотрели Беззубика, где-то время было 3 часа ночи практически. И я такая вспомнила что-то. Ну, там мы листали, когда каналы, там были актеры. И я такая, о, кто смотрел «Красотку», тот поймет, какие там актеры. Дим, как актеров звали? Джулия Робертс. И Ричард Гир. Вот, они там были, только фильм по-другому назывался. Я такая, о, они снимались, короче, в фильме, как он там, «Красотка». Я говорю, давай посмотрим. А уже, знаете, спать не хочется вообще абсолютно. И мы давай, короче, искать этот фильм. Дима сначала не хотел, потом такой, ну да, прикольный фильм. В итоге начали смотреть этот фильм, и где-то около 5 с копейками мы легли спать. Да, как обычно, включили звук поезда, и я прекрасно уснула. Вот, проснулись где-то в час с копейками. Сейчас 2 с копейками. Мы позавтракали, и я сейчас буду доделывать кубик. Потому что у нас сегодня много дел, и мне надо успеть это сделать до того, как мы выйдем за периметр дома, квартиры. Вот. Так что... Погнали. Я сейчас... Что я так села-то? Я хочу взять бумагу. Вот эту. Потому что кубик я хочу сделать большой. И как-то обыграть его. Пока не знаю как. Короче, сейчас буду думать и доделывать. Включусь, когда уже сделаю, чтобы видео... Какой хвост, да? Волочится. Смотрите, какая рысь. Ну-ка, прыжок. Джейк. Не-не-не, в смысле прыгай. Опа! Ну все, пошли смотреть на улочку. Все, короче, девчонки, я погнала. Я надеюсь, у меня получится. Девчонки, времечко 15:42. Короче, у меня не получилось сделать кубик. Вот что у меня вышло. Его никак не доделать, потому что он кривой. Никакой, короче. Дима сказал, что он вообще, типа, полное... Ну, вы поняли. Вот, поэтому Дима сейчас мне сделает из бумаги нормальный кубик. Чтобы он был как кубик. Времечко уже 16:30, даже без 25. Мы, короче, ничего не успели, никуда не приехали. Зато смотрите, какую красоту Дима сделал. Обалденный кубик. Просто чума. Я сейчас возьму, и вот я уже начала. Черным фламиком буду делать... окантовку, чтобы было более четко видно. Я, короче, очень крутой кубик получился. Он такой огромный, жесть. Сейчас я ее доделаю, и уже надо будет выезжать в метро на учебу, поэтому ничего не успели. Дима поедет сам, наверное, по своим делам. Вот. Ну, а потом в бассейн. Девчонки, уже времечко где-то 5 ровно. Мы собрались, я наконец-таки почистила свою сумку, потому что она была вот в этом вот красавце. Вся. А, кстати, без травм не обошлось. Я обожглась, когда склеивала свой каркас.
И теперь у меня здесь вот очень большой пузырек. А кубик получился вот такой. Вот он. Я еще научил бреду, покажу побольше. Дима еще не было сегодня. Тетя. Дикуль. Ой, смотрите. Смотрите, как он вырос. Да, Джейк. Тинти сладкий. Мальчик наш. Ой. Оно растянется сейчас? Я думаю, у меня растянется. Вот какой. А ну, хвостик сюда. Во, Дикусь. Я тут. Джейк. Вот, тетя Лядуля. Растем. Растем. Все, ладно. Поехали. Сейчас шарфик одеваю. Прям. Бухой. Девчонки, до урока осталось буквально 8 минут, но я успеваю. Это прекрасно. Мы встретились с папой Димы. Сходили в магазин, меня Дима покормил, чтобы я не была голодная. И вот я доехала на метро, и сейчас просто несусь. Девчонки, времечко 9:04. Меня Дима забрал в дом. Ты здоровался сегодня? Вообще классно позанимались. Еще кубик пригодился. Мы так поржали над этим кубиком. А? Нет, нормально. Нет. А я не думала, что ты за мной приедешь. Я думала, ты еще в бассейн. Я не успеваю в бассейн. Ты не был в бассейне? Нет. Я приехал к родителям. И смотрел, как можно провести камеры, чтобы их подключить к интернету. Ладно. В общем, мы поехали домой. Нет, магазин, да? За картошкой, а? Мы сначала в гараж поедем. Мы сначала в гараж. Все, сейчас мы сядем и поедем. Смотрите, какие красивые планеты. Вообще класс. А тут просто что-то она не хочет светиться, но тоже красивая. А? Видимо, в этом году, наверное, оформляют город с планетами. Потому что в каком-то году, может, 2 года назад, было оформление в стиле царского чего-то, были короны. А в этом году повесили планеты. Может, что-то с планетами связано. Надо будет прочитать. Потому что в каждый год есть какая-то тематика, в которую... развешивают всякие игрушки по городу всему. Что ты так улыбаешься? Это смешно. В экранчике видно. Да? Ну, красиво же планеты. Планета очень четко. Мне больше, чем короны, нравятся. Только не все они светятся почему-то. Следующая светится, но она далеко. Это вообще не светится. Вот. Вот она, красотуля. О! Кстати, как будто флаг Украины. Ладно, мы поехали. Да. Девчонки, времечко 22:06. Мы быстренько съездили в гараж. Уже приехали на парковку. Вот. И сейчас пойдем в магазин за картошкой, за топленым маслом, если мы ее найдем. Его найдем, точнее. О, кстати, когда мы уезжали, солнышко было вот где-то вот здесь. Ой, солнышко, луна. А теперь она вот там. Очень важная информация. Это... Я говорю, что мы пойдем в магазин. Ну, я про Луну рассказываю. А, да. Что она была там, когда мы выезжали. Ну, да. Пойдем? Подожди. Сейчас возьму. Вот. Главное, чтобы мы нашли топленое масло. Мы хотим попробовать пожарить картошку на топленом масле, потому что моя мама сказала, что так будет вкуснее. Вот. Я помню, что мама, да, делала часто картошку на топленом, но я забыла этот вкус и всегда делала на оливковом, ну, а на обычном, короче. Так что, все, идем. Где? Я тебя... Дорожку не катала. Да, кстати, красиво. Лучше, как тут было. Да. Нам заасфальтировали дорогу. Надеюсь, я с
смогла вам показать. Все, мы пошли, хотел сказать, в кино. В магазин. Девчонки, времечко 22:34. Не нашли мы топленое молоко ни в перекрестке, короче, не было, ни в Верном. Какашки такие. Я себе хвостик такой сделала, чтобы волосы не мешались. Я похожа, знаете, на «Лови волну», кто смотрел мультик. Вот там был один пингвиненок такой. Мне все время Дима называет то скунсом, то пингвином вот этим. Вон, посмотрите, как у меня опухло все. Вот этот шарик такой здоровый прям. Не очень круто, конечно. Плюс мы заходили в аптеку, как она называется, дешевая аптека. Там эти всякие мазюльки от 500 рублей выше. Я такая думаю, ну нафиг, типа из-за одного маленького пузырька. Такая думаю, не, нафиг они нам нужны. Взяли, купили картошку и все. Мы купили сетку картошки, сейчас будем чистить вместе, потому что если я буду чистить, то это будет долго. Вон, ну какой здоровый прям. Кошмар, кошмар. Вот, почистим картошку и будем ее жарить, потом ее будем кушать. Девчонки, времечко 23:31. Там пока Дима кашеварит, я решила посмотреть мастер-шеф 13 выпуск, точнее досмотреть. Потому что когда я делала кубик, каркас, я начала смотреть. Тут я такая села, думаю, почему бы нет, и решила сделать вот такого вот паучка. Он объемный, ну, типа лапки объемные, не знаю. Сейчас я камеру переверну, попробую вам показать. Я надеюсь, так он будет видно. Короче, он объемный. Теряется резкость. Во. Вот так вот видно. Он как будто ползет. Ну, что-то как-то так придумала. В интернете видела, картинку решила повторить. Забавно. Девчонки, времечко уже 1:15. Сейчас сниму линзы. И все, уже пойдем спать. Джейк уже. Джейк. Ты че так? Чего? Не, он на меня так посмотрел. Так что, девчонки, всем до завтра и всем пока-пока.